Колесики? Первый Бромтон электрифицированный вообще в Алмате, в Казахстане, наверное. И на евразийском континенте. А зачем на английском? Клиенты русские будут. Ну на YouTube на зиму клиенты русские. Он же продавать его хочет. Продавать? Конечно. Тот, нет, я не вижу. Этот? Серийно, я имею в виду. Серийно, да? Вот. На этом можно. Покупай. Я... много не заработаешь. Да? Циску 6-тонник. Велосипед в подарок. Ну, припаркован, все. Выключать? Нет. Снять его? Не попасть бы в YouTube. Вас снять? Демонстрирую, как складывается, да? Тут еще проводочки туда-сюда сделаем. Ну, я пошел, вот. Демонстрация закончилась. Я приехал в другое место. Ну, он хочет сказать, как бы приехал. Да, как бы я приехал. Чтобы не подумали, что он обманывает. Сумка немножко мешает, висит на руке. О недостатках не будем. Значит, электрифицировано. Надо приучиться попасть уже сразу. Ну да. Так. Боже, я... Жик-жик. Все, спасибо за внимание. Вот. Чикаю? Угу.